Приветствую вас во второй части, и мы продолжаем вязать кота. Сейчас мы берем ниточку основного цвета и приступаем к вязанию туловища. Делаем кольцо амигуруми и в кольцо, как всегда, набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем наше колечко и каждую из 6 петелек делаем прибавочку, то есть по 2 столбика без накида в каждую петлю провязываем. Первая петелька, первый столбик, сюда же второй, вторая петелька, первый столбик, сюда же второй, третья петелька, первый столбик, сюда же второй, четвертая, первый, сюда же второй, пятая, первый сюда же второй и шестая последняя прибавка. Один столбик и сюда же второй. У нас по кругу 12 столбиков провязано по прибавочкам. Теперь будем чередовать столбик без накида, затем прибавка во вторую петлю. Третью петлю столбик без накида провязываем. Четвертую прибавление делаем. 2 столбика в одну петлю. Пятая столбик. Шестая петля, прибавление, 2 столбика. Седьмая столбик, восьмая, 2 столбика. Девятая столбик, десятая, 2 столбика. Одиннадцатая столбик, двенадцатая, 2 столбика. Кто не успевает, оставляете на паузу и, как вы видите, все пока вяжем как обычно. Обычный круг. Делаем по 6 прибавок в каждом ряду. И теперь я вам предлагаю отметить начало ряда. У нас в конце третьего ряда провязано 18 столбиков. Теперь снова в третьем ряду делаем, в четвертом ряду делаем прибавление 6 столбиков. Поэтому будем чередовать уже 2 столбика без накида. Третий провязывать 2 столбика. Снова столбик, столбик, в третью петельку 2 столбика. Снова столбик, столбик, 2 столбика в третью петельку. То есть прибавление в каждую третью петельку до конца этого ряда, то есть до вот этой отметочки нашего ряда. Снова столбик, столбик, затем в третью петелечку, вот она у нас по счету, 2 столбика, то есть прибавку. Столбик, столбик, прибавочка. 2 столбика в одну петлю. И последний, шестой раз. Столбик, столбик. У нас осталась одна петля, в нее делаем 2 столбика. Теперь переносим снова ниточку наш в начало ряда. Вот так вот. И делаем очередное прибавление. Но уже чередуем 3 столбика без накида. Четвертую прибавка. 1, 2, 3 столбика, в четвертый столбик делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова 1, 2 столбик, 3 столбик, 4 делаем прибавление. 2 столбика без накида провязываем в одну петелечку. Сделали прибавку последнюю, шестую в пятом ряду. И приступаем к шестому ряду, где мы будем чередовать 4 столбика без накида. И в пятую делать прибавку. Вот 4, пятую прибавку. И сначала 1 столбик, 2 столбик, 3, 4 и в пятый столбик делаем прибавку. В пятую петелечку провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. И снова 1, 2 столбик, 3, четвертый, пятый, провязываем 2 столбика. Сделали последнее прибавление в ряду. Маркер в начало ряда. В конце этого ряда получается с прибавлениями у нас 36 провязанных столбиков. Теперь чередуем снова 5 столбиков уже по столбику в каждую петлю. И в шестой столбик делаем прибавление. То есть провязываем 2 столбика без накида в одну петелечку. Итак, первый столбик.
далее второй столбик, далее третий, четвертый, пятый, а в шестой провязываем 2 столбика без накида в одну петлю, то есть делаем прибавление. 1, второй столбик, третий, четвертый и пятый, а в шестой провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Я вам все-таки советую отмечать начало ряда, так вам будет гораздо проще и удобнее считать прибавление. Я, например, прибавление, если все правильно, так сказать, вы будете провязывать в каждом ряду по прибавлению, то у вас получается перед отметочкой начала ряда или конец должно заканчиваться вязание. То есть я считаю, так сказать, только количество провязанных столбиков. А прибавлениями у меня идут прибавления над прибавлениями. То есть если вы обратите внимание на провязанные предыдущие ряды, вот у нас прибавления идут над прибавлениями. И последний раз, вот я довязываю шестое прибавление, третий столбик, четвертый, пятый. А вот в шестую петелечку я провязываю прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Снова маркер в начало ряда и ряд делаем последний с прибавлениями. Чередуем 6 столбиков без накида, седьмой столбик, делаем прибавление. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. У нас в предыдущем ряду здесь в этой петелечке было прибавление, так и делаем. Седьмой столбик делаем прибавление. Снова первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Седьмой столбик делаем прибавление. Один и второй сюда же. И так до конца ряда провязываем последний ряд прибавлений. Столбики чередуем 6 столбиков без накида. Седьмой делаем прибавление. 2 столбика без накида провязываем в одну петельку. Первый столбик и сюда же второй столбик. Довязали 8 ряд до конца. У нас получился вот такой круг. По кругу у нас провязано вместе с прибавлениями последними 48 столбиков без накида, то есть 48 петелек по краю. Теперь, начиная со следующего ряда, он у нас по счету 9 ряд, по 17 мы провязываем 9 рядочков просто в каждую петельку по столбику без накида, то есть 9 рядов по 48 столбиков без накида. Если вы 9 умножите на 48, это 432 столбика без накида. Я отмечаю начало ряда и, как всегда, начинаю отсчитывать. Первый столбик, следующую петельку второй, далее третий, четвертый, пятый, шесть, семь, восемь, девять, десять, 430. 431 и 432. Все, я довязала 9 рядочков наших без изменения. Теперь ставлю маркер в начало ряда. Это у нас получается начало 18 ряда. Теперь, смотрите, мы с вами сейчас в начале ряда сделаем сразу же убавление. То есть за 2 передние стеночки, все как всегда, провязываем столбик без накида. Сделали убавление. А теперь считаем 22 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 20, 21 и 22. Это получается у нас ровно середина нашего круга. Теперь мы снова делаем убавление в серединке. Вот так вот столбик без накида провязываем за обе передние стеночки 2 петелек. Сделали убавление. Хотите, можете классическим способом делать. Мне, в принципе, без разницы. Мне так даже удобнее. Я зацепила 2 передние стеночки и провязала столбик без накида. Таким образом, сделала убавление. И теперь после убавления у нас остается 22 столбика. Мы их так и провязываем по столбику без накида в каждую петелечку. 4, 5, 6, 7,
8, 20, 21 и 22. Сделали 2 убавочки в этом ряду. У нас осталось 46 столбиков. Теперь получается, мы провяжем 19 ряд просто 46 столбиков без накида. Отмечаем начало ряда и провязываем по столбику без накида в каждую петелечку. 4, 5, 6, 7, 8, 44, 45, 46. Закончили ряд. Теперь начинаем провязывать уже по счету, получается, 20 ряд. 20 ряд мы с вами провяжем снова 2 убавочки, сделаем в ряду. То есть делаем в начале ряда убавления, как мы делали в предыдущий раз. Теперь получается, из-за того, что мы с вами убавили 2 петелечки в предыдущий раз, мы с вами провяжем сейчас не 22, а 21 уже столбик без накида. То есть отсчитываем 1, 2, 3, 4, 20 и 21. Провязали столбики, теперь снова делаем убавление ровно посерединке ряда и довязываем 21 столбик до конца ряда. 2, 3, 4, 19, 20 и 21. Снова мы в этом ряду убавили 2 раза, так сказать, 2 столбика. Теперь 21 ряд ставим маркер и провяжем в каждую петелечку по столбику без накида. То есть у нас было 46, мы убавили 2 столбика, значит 44. Вот мы эти 44 столбика и провяжем по столбику без накида в каждую петелечку. 3, 4, 5, 6, 42, 43 и 44. Довязали до конца наши столбики без накида. Теперь снова в начало ряда ставим наш маркер или ниточку и сделаем очередной раз убавление. Убавление делаем в начале ряда, провязываем 2 столбика вместе. Затем мы провяжем уже 20 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 18, 19 и 20. Делаем очередную убавку посерединке и снова довязываем наши 20 столбиков без накида до конца ряда. Довязали этот ряд до конца, отметили начало ряда и просто получается у нас в 23 ряду мы провяжем с вами 42 столбика без накида. То есть просто в каждую петелечку этот ряд провязываем по столбику без накида. Довязали 23 ряд, 24 снова делаем в начале ряда убавление и теперь уже провяжем до середины, так сказать, нашего кольца 19 столбиков. То есть сделали убавление и отсчитываем 1 столбик, 2, 3, 4, 17, 18 и 19. Снова делаем на серединке убавление и довязываем вторую, так сказать, половину из 19 столбиков без накида до конца ряда. В конце ряда у нас провязано 40 столбиков. Значит, у нас 25 ряд это 40 столбиков без накида. В каждую петелечку провязываем по одному столбику до конца ряда. Довязали столбиков в ряд, теперь снова делаем убавление. То есть, как вы уже поняли, мы делаем ряд с убавлениями посерединке, так сказать, в начале ряда и в середине. Посередине 2 убавления, вот так вот по кругу, так скажем. И ряд просто столбиками без накида. Ряд с убавлениями, ряд столбиков
без накида. Ряд сейчас у нас идет с убавлением, поэтому делаем в начале ряда убавление. В предыдущий раз у нас было, так сказать, 19. Мы провязывали столбиков. Сейчас провязываем 18 столбиков. 1, 2, 3, 4, 17 и 18. Теперь делаем снова убавление и довязываем 18 столбиков, так сказать, вторую половину до конца ряда. После того, как мы довяжем 18 столбиков до конца ряда, у нас по кругу останется 40 минус 2 убавочки, 38 петелек. Поэтому следующий ряд просто провяжите 38 столбиков без накида. То есть сейчас довязываете ряд. И я буду включать камеру только когда будем делать убавление, чтобы вам было просто. И говорить, сколько у нас в конце ряда должно получиться вместе, так сказать, с убавлениями. И вы будете провязывать самостоятельно столбики без накида. То есть будем чередовать убавка столбики, убавка столбики. Я не буду повторяться просто. Довязали ряд столбиков и снова делаем очередную убавку в начале ряда. Теперь у нас уже провязать нужно 17 столбиков без накида до следующего убавления. 1, 2, 3, 4, 16 и 17. Делаем следующее убавление и довязываем 17 столбиков без накида до конца ряда. Таким образом, у нас снова убавилось еще 2 петелечки, 2 столбика мы сделали убавление. Поэтому следующий ряд вы провязываете 36 столбиков без накида. Довязали до конца 36 столбиков. Это у нас получается закончился 29 ряд. 30 мы провяжем немножечко по-другому, но все же сделаем убавление. Смотрите, мы сделаем в начале убавление, затем провяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 и 10. И снова сделаем убавление и провяжем 10 столбиков без накида после убавления. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И третий раз сделаем убавление и довяжем до конца ряда 10 столбиков без накида. Таким образом, мы сделали 3 убавления. Если 36 мы отнимем 3 убавления, то у нас получается 33 петелечки, то есть в следующем ряду нам нужно будет провязать 33 столбика без накида. Довязали 33 столбика, это получается 32 ряд сейчас у нас. Мы снова сделаем 3 убавления, то есть делаем в начале ряда убавления, затем провяжем уже 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Провязали 9 столбиков и повторим еще 2 раза. Убавление, затем 9 столбиков без накида. Довязали ряд с убавлениями, у нас по кругу 30 столбиков провязанных с убавлениями вместе. То есть провязываем 30 столбиков без накида. Это получается у нас 33 ряд. 34 ряд будем убавлять в начале ряда и через, так сказать, 8 столбиков без накида. То есть сделали убавление, теперь отсчитываем 8 столбиков
3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем убавление. Снова отсчитываем 8 столбиков и делаем убавление. Потом доделаем 8 столбиков, и у нас в итоге получается 27 столбиков без накида, провязанных вместе с убавлениями. Значит, в следующем ряду, а в этом ряду через 8 столбиков будем делать убавление и провяжем в следующем ряду, то есть получается 35 ряд, 27 столбиков без накида. Довязали 35 рядов наших, у нас осталось 27 столбиков без накида. И доделываем последний ряд убавлений, 36. Теперь убавляем в начале ряда. Провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Делаем второе убавление. За передние стеночки я, как всегда, делаю. И провязываем вторые 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И третий раз делаем убавление и довязываем 7 столбиков. Все как всегда пока. 1, 2, до конца ряда, в общем, 3, 4, 5, 6 и 7. Все, довязали до конца ряда. Мы с вами провязали 36 рядов. У нас в конце 36 ряда с убавлениями получилось 24 столбика. Теперь, начиная с 37 ряда по 40, то есть 37, 38, 39 и 40, 4 ряда, провязываем с вами по 24 столбика без накида в каждом ряду. То есть вот мы как бы, получается, сделали пузико и приблизились, так сказать, к шее. Вот тут эти у нас 24 столбика по кругу, это шея. Мы провязываем 4 ряда по 24 столбика без накида. Это 96 столбиков. Я сразу отмечаю начало ряда и начинаю считать, отсчитывать 96 столбиков. Вы хотите, просто отсчитывайте 4 ряда, отмечаете каждый ряд. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. 94, 95 и 96. Теперь делаем следующую петельку. Соединительный столбик и вытягиваем нашу петелечку. Обрезаем ниточку, оставляем для пришивания. Оставляем сантиметров где-то 20. Хотите чуть-чуть длиннее, чтобы было удобно пришивать. Вытаскиваем наши ниточки-маркеры. Вот оно, наше туловище готово. Я еще вытяну, так сказать, в следующую петелечку, введу крючок с середины и вовнутрь вот так вот введу эту ниточку. Это я делаю для того, чтобы, так сказать, соединить красиво, ровненько. Вот так вот, смотрите, получается красиво и более или менее ровно соединение. Вот оно, наше туловище готово. И его осталось только наполнить, то есть берете снова наполнитель наш и наполняете серединку, то есть убираете ниточку и наполняете наше пузико. Туловище наполнено, и мы приступаем к вывязыванию беленького животика. Вот, отлаживаем в сторону и берем ниточку белого цвета. Делаем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Во вторую петельку от крючка
провязываем столбик без накида и довязываем в каждую из петелек по столбику. 3, 4, 5, 6 и 7. Провязали 7 столбиков без накида. Делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Животик мы будем вязать прямыми обратными рядами. Теперь в каждую из петелек провяжем по столбику, начиная с первого. 1, далее 2, далее 3, 4, 5, 6 и 7. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку подъема. Разворачиваем вязание. Теперь мы провяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. А в седьмую сделаем прибавление, то есть провяжем 2 столбика без накида в последнюю петельку. Воздушная петля подъема, разворачиваем вязание. Провяжем 7 столбиков без накида по столбику в каждую петлю. 3, 4, 5, 6, 7. А в восьмую петельку сделаем прибавление. 2 столбика без накида в одну последнюю петельку. Воздушная петля подъема, разворачиваем наше вязание. Теперь 3 ряда, 6, 7 и 8, мы провяжем по столбику без накида в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Воздушная петля подъема в конце ряда, разворачиваем. В этом ряду и в следующем провяжем 9 столбиков без накида в каждую петелечку по столбику. 9 ряд провяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А в 9 сделаем прибавление. 2 столбика без накида в последнюю петельку. Петля подъема, разворачиваем наше вязание. Теперь провяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В 10 петельку этого ряда делаем прибавление. 2 столбика без накида в последнюю петлю. Воздушная петелька подъема и провязываем в каждую петелечку по столбику. 11 столбиков должно у нас получиться в конце ряда. 3, далее 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все вышло. Воздушная петля подъема, разворачиваем вязание. Теперь провяжем первые 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую петелечку делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. И довязываем до конца ряда 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В конце этого ряда у нас получилось 12 столбиков. Делаем воздушную петельку подъема. 13 ряд. С 13 по 22 мы с вами провяжем 12 столбиков в каждую петелечку по столбику. То есть вот таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Воздушная петелька подъема не забывайте в конце каждого ряда. И теперь с 14 по 22 ряд 9 рядов мы с вами довяжем по 12 столбиков без накидов в каждую петелечку по столбику. Итак, довязали до конца 22 ряд, делаем воздушную петельку подъема и 23 ряд мы провяжем первые 11 столбиков без накида. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В 12 сделаем прибавление 2 столбика в последнюю петелечку. Воздушная петля подъема, разворачиваем вязание. Теперь мы провяжем 12 столбиков. Первые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А в 13-ю последнюю петелечку сделаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Воздушная петля, разворачиваем. Теперь у нас благодаря прибавлению получилось в 25-м ряду 14 столбиков. Теперь мы провяжем эти 14 столбиков в каждую петелечку по столбику. То есть нам нужно провязать с 25 по 31 ряд. То есть получается 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. 7 рядочков по 14 столбиков без накида в каждую петлю по столбику. И не забывайте делать в каждом ряду в конце ряда воздушную петельку подъема. Итак, 25 ряд и так далее продолжаем. Довязали 31 ряд, делаем воздушную петельку и разворачиваем вязание. С 32 ряда мы будем делать убавление. Для этого делаем, так сказать, крючок вводим в первую петелечку и делаем полупетлю. И во вторую точно так же. И классическим способом делаем убавление, то есть общую вершину. Сделали убавление, теперь провязываем следующие 10 петелечек, 10 столбиков. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. И снова делаем 2 полупетли и соединяем их общей вершиной. Сделали убавление и в конце ряда. Теперь делаем воздушную петельку и разворачиваем вязание. 33 ряд мы точно так же сделаем убавление в начале и в конце ряда. Делаем в начале 2 полупетли и соединяем общей вершиной. Сделали первую убавку. Теперь провязываем средние столбики. Их 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 2 полупетли из двух последних столбиков соединяем общей вершиной. Сделали убавление в конце ряда. Воздушная петелька, разворачиваем. Снова делаем убавление в начале и в конце ряда. А средние 6 столбиков провязываем по столбику. 2, 3, 4, 5, 6. В конце ряда 2 полупетли делаем убавление. Соединяем общей вершиной. Воздушная петля, разворачиваем. Последний ряд убавления делаем в начале ряда убавления. Затем провязываем средние 4 столбика, 1, 2, 3 и 4. И делаем в конце ряда последнее убавление. Соединяем общей вершиной 2 полупетли и делаем воздушную петельку. Теперь нам нужно обрезать ниточку. Берем ножнички и обрезаем. Воздушную петелечку, последнюю, подтяните. Как бы закрепляем таким образом наше вязание. Наш животик еще не до конца окончен. Сейчас я вам предлагаю вот эти ниточки, которые у нас в начале и в конце вязания, просто вот так вот по краешку
немножечко их как бы обвязать ими краешек. Ну, то есть как? Просто проденьте их, чтобы они у вас не торчали. Мы их затем постепенненько так вот вяжем в наше вязание, они у нас спрячутся. То есть я вам предлагаю сразу первоначально их вот так вот попрятать по краешкам вот так вот. Просто вдеваете вот таким образом легкими-легкими стежками по краю. Просто чтобы немножечко, так сказать, ввязать их в края, а затем мы обвяжем наш, так сказать, овал по всему периметру. То есть вот так вот по периметру, не считая вот эти начальные наши воздушные петельки. Обвяжем столбиками без накида. Но перед этим я вам все-таки предлагаю просто попрятать немножечко вот эти наши кончики, чтобы вам потом их, так сказать, не прятать. Вы их сейчас вяжете постепенно в столбики без накида. Сначала вот так вот прячете немножечко их. Затем кончики обрезаем. Они нам не нужны после ввязывания. И теперь берем ниточку белого цвета и вот так вот, так сказать, начало находим от воздушных петелек, вводим крючок, захватываем ниточку, кончик ложим на, так сказать, вязание вот здесь вот на краешек по ходу и обвязываем по всему, еще раз повторюсь, периметру столбиками без накида. То есть вот здесь вот вы увидите дырочки между рядами, воздушные петельки наши. И вот в них начинаем обвязывать столбиками без накида. Вот этот кончик, почему я вам предложила положить на вязание, он у нас связался. И вот это то, что осталось, обрежьте ниточку ножничками. И вот такой у нас получился красивый краешек по всему, еще раз повторюсь, периметру. Обвязываем столбиками без накида. Довязываем последний вот здесь вот столбик. И соединительный столбик делаем первую петелечку, где мы с вами, первый столбик, где мы с вами начали обвязывать. Вот я обвязала, начиная, так сказать, с левой стороны, вниз, вела вверх. И вот здесь вот с левой стороны так и закончила. Наш животик провязан, и нам осталось обрезать ниточку, но оставьте ниточку для пришивания подлиннее, то есть сантиметров 30-35, не менее того, потому что вам нужно будет пришивать весь животик вот здесь вот. Поэтому отрезаем ниточку подлиннее, вот так вот, и вытягиваем. Вот так вот нам нужно будет этой ниточкой пришивать. Наш животик и туловище готовы. Будут они располагаться вот таким вот образом. Будете плотненько вот здесь вот присоединять, так сказать, где у вас шея начинается, до самого низа. Вот здесь вот будете пришивать вот таким вот образом по всему овалу. Но пришиваете так, чтобы у вас вот эти боковые части, вот начало, так сказать, и середина ряда, было между ними вот так вот располагался животик. То есть вот он ваш, так сказать, один бочок, где мы делали убавление. И вот он второй бочок. Вот между ними будет пришиваться вот этот животик. Все, туловище наше готово, можно сказать. Осталось только пришить к нему животик. И до встречи в третьей части, где мы с вами будем делать наши лапки и хвостик.